Далее Грибоускайте в рамках своего официального визита в Финляндию уже встретилась с президентом этой страны Саули Ниистё. На встрече обсуждались возникающие перед регионом угрозы, сотрудничество в области обороны, миграционный кризис, другие альтернативные двусторонние вопросы и вопросы Евросоюза. Финляндия, считает глава нашей страны, сталкивается с того же рода угрозами, как и Литва. Демонстрация агрессивной военной силы вблизи наших границ, нарушение воздушного пространства, опасные маневры российских военных кораблей в Балтийском море. Поэтому активное сотрудничество НАТО и нейтральных государств Финляндии и Швеции сегодня является необходимым. Литва и Финляндия уже сейчас обмениваются данными наблюдений за воздушной и морской обстановкой. Финляндия также принимает активное участие в учениях военно-воздушных, сухопутных и военно-морских сил НАТО. Оба государства укрепляют и модернизируют свои оборонные мощности. На встрече обсуждался иммиграционный кризис. Даля Грибоускайте не исключила, что новый маршрут в ЕС может пройти через границу с Россией. По ее словам, такая ситуация уже была в Финляндии, когда к ее границам из России, цитата, регулярно привозили беженцев из Сирии. Президент повторила претензии Литвы к строительству АЭС Белоруссии. Правда, пресс-служба главы страны не уточняет, что на это ответил глава Финляндии, поскольку как раз совместно с финскими энергетиками Росатом строит в Финляндии точно такую же АЭС, как в Островце. В целом, во время двухдневного визита президент встретится с представителями всех ветвей власти Финляндии и академическим сообществом, которое помогло провести успешную реформу высшего образования.